Служить в рядах вооруженных сил России для многих молодых людей не только ответственно, но и престижно. И задолго до призыва в армию парни начинают активно заниматься физкультурой, увлекаются легкой атлетикой. Участие в соревнованиях по кроссу также помогает им улучшать свою физическую форму. На базе спортивной школы «Олимпиец» в Славянске на Кубани прошел муниципальный этап 26-го краевого смотра допризывной молодежи по легкоатлетическому кроссу, организованный детско-юношеским центром «Патриот». В соревнованиях приняли участие 14 команд средних общеобразовательных организаций Славянского района. Я к нему готовился давно на своем стадионе в хуторе Барниковском. Трудности возникли у меня уже под конец забега, потому что дышать было сложно и старался обогнать всех. Для участников соревнований они отличная школа воспитания характера и спортивного совершенствования. Ребята готовились к состязаниям и старались показать свои лучшие результаты. И лучшие наши спортсмены, юноши, будут представлять нашу команду Славянского района на соревнованиях на первенство Краснодарского края. И я желаю всем участникам соревнования хороших стартов и прекрасных финишей, добиться высоких результатов и достойно выступить на соревнованиях на первенство края. Быстрее всех дистанцию пробежали Александр Редкозубов и Егор Река из 29-й школы станицы Петровской и Владимир Соболев из Славянской 12-й школы. Лучшие легкоатлеты будут представлять муниципалитет на краевом этапе соревнований.